Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, други, дорогие! У нас немножко отвлечения от нормального КС-а. Сразу. Да, мы решили ебашить на гангейме. Да, мы сегодня вдвоем сразу повторяем для тех, кто думает, что мы кидаем Щербинина. Щербинин по уважительной причине сейчас отсутствует на серии, не может записать. Поэтому да. Мы сегодня вдвоем, к сожалению, большому, а не втроем. Но да, нечего вот делать нам сегодня. Чтобы мы сказали, что все хорошо у него. И что да, он... просил передавать вам большой жирненький приветик, Щербининский. Щербининский пупочек такой. Мы сегодня ебошим, в общем, в гангейм, как вы уже могли понять. Поэтому мы сегодня будем немножко не дуэль. Мы решили разнообразить. КС это сложно, страшно. Ну и плюс их надо играть втроем уже, чтобы все были в сборе. Вот. И чтобы все были счастливы. Давай, короче, на перегонки сейчас меряемся письками, кто. Да какие перегонки? Че, издеваешься, играть не умеет? Карта хуевенькая, как жизнь. А мне нравится, прикольненько. Меня эта пушка бесит неимоверно просто. Какая? Да вот эта вот писюлька. С чем вообще сейчас? Я не знаю, как она называется. Тех 9. А ты че, дурак, что ли? Она самая лучшая старик? Она самая говняная, терпеть ее не могу. Конечно, самый нормальный, ты просто играть не. Игра говно полное, не плюй, это КС. Ну, то ли дело Сурс. Не, кстати говоря, вот я Сурс как не любил раньше всю жизнь. Я любил 1.6. Сейчас, наверное, я люблю Го больше всего, просто привыкнув к ней. А потом уже, наверное, 1.6, а Сурс я вообще ненавижу. Я как вот не любил не Го, 1.6 мне надоело. А вот Сурс как любил, так. Да ну, она темная такая, слащавая. Какая темная? Ты яркость. Короче, где я не понял? Воу! Да у меня дигл. Дигл, у меня двойные пистолетики. Короче, мы сегодня будем... Мне мы сегодня будем не встречаться. А мы в одной команде с тобой же, да? Да. Мне тут зарезал. Ты мне, прикинь. А я кого-то убил. На каком месте? На хорошем? Я не знаю, на каком месте. Я 7-й. А, это пинг. 7-й. У меня 7-й пинг сегодня. Блядь. А это ты, что ли, был? А, да. Походу, был ты. Меня убили перед тобой, а ты его да, убил. Да, я был за тебя. Ну, нормальная тема, красивый, да? Красивый выстрел, я считаю. Ну, есть... КС-го вообще не нравится, что ли? Кого? Чего? КС-го вообще не нравится? Что-то? Вообще не нравится, терпите не надо. Почему? Да она, блядь, противная, слащавая, неудобная, баллистика мне не нравится. Ребят, кому нравится КС-го? Да она всем нравится, сейчас все в нее задротят, я один такой долбоёб. Ну, не, я серьезно, я тоже считал, что она какая-то не ок, но потом просто привык. Я вообще никак не могу к ней привыкнуть, играть не хочу, она бесит. Вот когда бетка там вышла, или что там было долгое время, я в нее вообще играть не хотел. Потом что-то понеслось, и за это... Полилась она вообще. Ну да. Блин, я хотел его порезунькать, а он мне не дал. Враги? Меня режут. Меня порезали, понизили лу-лу-лу. Там золотой лукин торчал, вы видели? Ну, по-моему, это был золотой. Бля... Чё хуёво? А где народ есть? Что-то сначала вы заметили, в начале серии было дохерища народу, сейчас их нет. А они стреляют. Я хотел сейчас зарезать. Надо, короче, резать, кабань. Смотри, ты с какого года играешь в КС? Я не помню. Как у меня интернет появился. А это было... Помнишь? Я зарезал кого-то. 2000. Ну, в 1.6 ты первый тур играл? Так, нет, знаешь, в Сурс. Когда я играл в КС первый раз, в Сурс и не было по мини. А, Булкин потерял связь сейчас, в данный момент, ребята, экстренное сообщение. О, у меня тоже теперь пистолетики. Ура. Ура. Мы можем стрелять двух пистолетиков. Ну, Булкин, вернись, пожалуйста. Мне нам нужен. Нам без тебя серия не серия. Нужно тебя вернуть, срочно. Кто хочет вернуть Булкина, пишите Булкин вернись. Сейчас он вернется и, собственно... Ну, только немного пишите, мы хотим поспамить чат. О, дробовик. А, блин, как... Ням. Ну, Булки, ну вернись. Ну, как всегда, но скорее бы уже 10 число. Вот, да, все ждут 10 января, Булкин вернулся к нам, и мы играем. Да, потому что реально, вот у меня, короче, будет подарок основной на день рождения, думаю, что мне нормальный интернет понравится. Вот-вот, интернет понравится, тот, который есть. Понятно, дай мне инвайт, брат. Нет, инвайт, кончился. Ну, присоединиться не могу, брат. Ну, держи, брат. Спасибо, брат. Сейчас пацанский так? Так, а у тебя сейчас собьется левел, брат. Да, там дадут какой-нибудь самый минимальный, брат. Поэтому
Извини, но жизнь такова. А, у меня, ребят, охуительные истории. Я о них не рассказывал ни на своем канале, ни на ГА. Ну-ка, ну-ка. Я люблю задротничать в соревновательный режим. Помнишь, Лев, в котором мы играли в КСГУ? Было дело. Вот, а там, если ты, ну, короче, с матча уходишь, ну, во время игры, тебе дают, короче, ну, там, не очень хорошо. Пермоментный. Ну, не пермоментный, но, короче, да, дают. Вот, и там первый, короче, на 3 часа, потом на день, ой, потом на 24 часа, нет, потом на 12, потом на 24 часа, потом что-то. Короче, из моего интернета я не успеваю, там дается время, то есть ты вылетаешь, и потом тебе нужно переконнектиться. Вот. Ну а из-за моего интернета, пока он появляется, короче, проходит уже эти 3 минуты, за которые надо переконнектиться, и мне дают бан. И в итоге у меня сейчас бан на 7 дней. Не очень, да? Да, лох. Не играйте в соревновательный лучше. Так вот именно, потому что все запоролось. Теперь как дурак. Новый год без соревновательного, это не Новый год. Ты с чем? Я с UZI какой-то. А я XM1014. А, я теперь с УЗИ тоже, но это дробовик, который быстро стреляет. Да ты пусен. Я теперь тоже с УЗИхой. Молодец. Спасибо. Нет, что. Ты это ты бежишь? Нет, не ты, перехватчик какой-то. Перехватчик, мой ник перехватчик. Перехватчик 9000. Нормальный ник. Подписывайся. Это Steam или Buy? Это buynet.com. Провайдер такой? Да, Buynet. Кстати, по-моему, есть такой провайдер. Кажется, я слышал это. А, у меня вообще оказалось, блять, что я штаны наложил, прикинь. Когда? Вчера. Во сне, что ли? Нет, наяву. И как же? Это нет, было в смысле, во сне пока спал, наяву. Ну, в смысле, да. Ну, да. Не, ну я, короче, просыпаюсь, а у меня, знаешь, куски такие лежат. Угу. Ну, я думаю, что что-то тут попахивает чем-то невкусным. Ну, чем-то не говнистым. Да, ну я, короче, посрался в итоге. Ну и как? Да сам не знаю. Ну, классненько. Вроде живой. Ну отлично. Съездил, короче, проконсультировался, мне сказали. Специалист. Что, да. Записался на секцию. На секцию? Ты что за секция? На каком у тебя? Да блять, понизил левел, сука. Кто? Да какой-то гондон с ножа порезал меня. Вот гондон, а? Ты его это, не люби. Не зови его, не зови, ёпты, воин. Аймьярд. Не знаю, что это, но это. Я тоже не знаю, один проголосовал в консоли. Я тоже один не знаю. Ой, за него все проголосовали. Ну, потому что он первый, так всегда. Да? Ну, всегда в КС. Всем, кто лень, жмет один, и поэтому всегда... А я что-то знаешь... Это закон, закон с КС-ки. Меня чуть не зарезали, я чуть не охуел. А меня зарезали уже, понимаешь? Так меня резали много раз до вылета. Я надеюсь, что не вылечу, потому что я пинди... Меня два раза. Меня перекинул в другую команду? Это нормально? А, я тебя сгрохнул сейчас. Нормально? Ах ты сука, я думал, а чья это рожа такая? О, привет. Привет. Бля. Ты конченый. Я сука! Бля, и меня все равно порезал, чувак. Я к нему сам спиной повернулся, получается. Бля, меня порезали. Слушай, я на зомби-мод хочу. Ты что, дурак? Помнишь там, где надо патронами заставляться там? Чего, бля? Ну ты стреляешь пушкой по этим, по вещам двигаешь их, получишься, и потом зомби на тебя нападают. Был в этом Half-Life, по-моему. Это был в Сурсе. Точно. Да, гоу, есть такая херня, я хочу так играть. Ну. А Death Run не хочешь? Да опять ты издеваешься! Че? Я с дробовиком хожу, понимаешь? Дурак. На них резко что-то нашло, и они начали резать. Так вот да, меня тоже режут все. Я в шоке. Да блять, не, ну пиздец. Порезвол, судьбы. Блять, я же его резанул. Оранж ебаный. Подожди, у меня какое-то тут оружие поменялось почему-то. Ты вспомнил, какое было время раньше, когда был Оранж Бокс? Раньше. Прогулки, объятия. Меняем друзей, что-то там связи лиц. Это что такое? Не в силах остановиться. О, а что, блядь, значит? Не знаю, это музыку смотрю. Это ясно, я точно. Раз тает лед. Тише и полночный, Булкин сейчас запоет. И день задрочный. Вот это сейчас был клевый кадр. Мне понравился. Вот зарезал. Надо было по Сафер Бич что-нибудь поставить в кубе. Кубик в кубе. Стал Сафер Бич, заиграл. Перевод. Рок. А? Чё, кого отрубить? Стал Сафер Бич и заиграл рок, нормально? Нет рока. Рок судьбы. Чё, рок не друзья? Рок друзья, рок судьбы друзья. Да блять, да ты не стреляй в них. Меня зарезали, я пидор. А, это этот пидор меня зарезал, который пидор на первом месте. Так вот я и говорю. Хуёво. Только и могут резать. У меня уровень повысился. А, ну и понизился. А, это я, кстати. Ну вот, классненько получилось. Вот, мне понравилось. Что такое? Геймвульф победил. Все, реклама. Реклама, уйди, как тебя закрыть?
Простите за рекламу, мы не хотели. Мы урли случайный сервер абсолютно. Закабаним. Не заходите на него, сервер говно. Вот, теперь антиреклама. Что? Snoop Dogg Everyday, говорю. Snoop Dogg Everyday? Я со Снупом разговариваю. О, давай ебашим. Когда? Чат рулить. Как он? Не, серьезно, он настоящий был, у меня видео ВКонтакте есть. Че? Ну посмотри потом. Че ты гонишь? Я разговаривал с не фейковым Snoop Dogg'ом, он мне отвечал на вопросы. Че ты пиздишь? Я серьезно тебе говорю? Я пошел сейчас на твою страницу. И это не ролик. А, ну он скрытый у меня, кстати. Но он, я просто обрезал его с чат рулета. Я тебе потом кину. А если бы ты в чат рулете разговаривал с Snoop Dogg'ом, ты бы набрал 1 000 000 просмотров, я думаю так. Ну, я не так его сильно называл, плюс я не выкладывал его отдельно, он в серии был. У меня серия так и называлась Snoop Dogg. Вот ему делать-то нехуй, блядь. Ну, я не знаю, он там сидел с каким-то другом, я говорю, типа, Snoop, это ты, он такой, да. В перерывах, блядь, между это, по курилками, блядь, он решил... Ну да, он там, кстати, курил. Smoke weed everyday. О, Булкин, я вижу ник твой, блядь, сука, выследил. Snoop меня убил, Dogg. Мне кажется, тут мясо какое-то. Я кого-то зарезал! Я кого-то зарезал. Давай я резать. Го резать, короче. Го резать, да, согласен. Попробуем сейчас. Блядь, я бегаю за ними, они от меня. Не согласен, это обидно. Меня зарезал. Ты пидор? Я зарезал. А, это... Сука, блядь. Я зарезал булки, да, я зарезал булки, да. Иди сюда, сука. Иди сюда, Гандон. Хватит перезаряжаться. Иди сюда. А, ладно. Это был не ты, да? Нет. Там Усачев играет, видел? Где? Я тебя убил. Пип, что? Усачев играет, сука. Ты там реально Усачев играл? Ты что, не видел? Курил, блядь. Там Руслан Усачев. Угу. Тоже перерывов между Кудей. Перерывов между курением смолк, да, тоже. Вам-пам. Вам-пам? А. Блять, откуда ты, блядь, вообще взялся такой? Это он. Я опять тебя убил, ты видел? Усач повышает левел, пам-пам. Бля, вот ты смеешься, а он фишку придумал. Ну, кстати, да, это прикольно. Не, Усач фан лав. Нет, ну я его нем. Он слащавый какой-то. Не, нормально, кстати. Вы на уровне 6, лидер на уровне 3, что? Ты как? Ты пидор, блядь, заебал уже. А ты там стоишь, блядь, я встал, что-то читает там. А, я первый. Я был лидером, сука, а ты мне все запорол. Уёбок. А, реально Руслан Усачев играет. Так, я думал, ты прикольнулся, что чувак... Не, я боком увидел, я даже толком не вчитался. Я на взгляд сказал, реально? Да. Ну вот, видишь. Мы с Усачевым играем, ребят, мы знаменитости. Кто ты с Snoop Dogg'ом, блядь, чат рулетки снимаешь? Кто с Усачевым, блядь, везде спрашивает. Это просто Илья Фортунный, мальчик. Илья Фортунный. Фамилия. А, фамилия, да, имя. Фамилия имени? Я зарезал кого-то. А я кого-то убил. Меня кто зарежет? Блять, порезали, да? Нет, я не понял. Ну, звука вроде не было. Тут очень громко стреляют, я не слышу. Да вот да, чё-то пиздец, ебать. О, идиот. Кто, чё я случилось? Я на уровне вместе с лидером. Охуенно, да? Я кого-то зарезал. Ха-ха! У меня дробовик. Ножи тема, понятно? Я не сомневаюсь. Ну тогда. А можно через Q, да? Во, через Q можно. Я что-то колесико менял. Я что-то твоих зарезал как. Фига ты. Как я, блин. Подожди, какой у меня? Упал! Вы лидер! Я лидер! Ты лидер! Я лидер, ёпта! Ты лидер! Я тебе серьезно говорю. Я верю! Я рад за тебя, горд! Горд, орел! Гордыня зашкаливает! Как думаешь, упал. Солдат резать или... Не знаю, солдат резать, наверное. Солдат удачи. Помнишь такой? Ты говоришь, я помню, там знаешь, какая физика клевая была на тот момент? Я там трупы любил расхинить. Это, конечно, звучит, как будто у меня был трудный детство, но на самом деле прикольная физика была. Сука, детство или ты что тебя запало больше? Да я трупы. Чем тебе не нравится? Нога на весь экран, спасибо. Hold of duty. Hold of duty. Подожди, подержи. Подожди. Подержи, блять. Дьюти, как это, блять? Зов судьбы. Как... Я всех режу, кстати, в этом раунде, ты меня убил, заебал. У меня 11 левел, а у тебя какой? Да ты можешь мне сказать, как назывался? Дьюти на русском, как забыл? Зов судьбы, судьба, или что это там? Честь, отвага. Честь, отвага, во, подожди отвагу, подержи. Подержи отвагу, я отойду. Hold on, Дьюти. Или это имя, короче. Эй, Дьюти, подожди. Hold on. Hold on, Дьюти. Да, блядь, я его порезал. Ты меня, что ли, убил?
Я в тебя ножом в этот момент пульнул. Швырнул прям тебе в темечко. Понимаешь, блядь, что у меня... Есть огромная семья. 14 уровень. Нормально все у меня? Головой. Где уровень, смотри, вообще скажи мне. Посередине написано, что когда ты убиваешь кого-нибудь. Когда я убиваю кого-то посередине, вы на уровне 9. Совет Вульф. Что, блядь? Почему написано, вы на уровне 9 и другой ник? Где написано? Я не вижу ничего. Я буду как дурак. Может, я выиграю сейчас? Если я выиграю эту катку... Катку? Почему я нож свернул вначале, я пошвырнул? Изи каточка, блядь. Изи каточка? Чего ты, блядь, разговариваешь как в коне? Я в типичном такие надписи вижу. На самом деле, я админ типичный, ты не знал, что? Ты долбоёб типичный, этим. Я Руслан Усачева дрохну. Вот это, блядь, сейчас был фраг. Я считаю, что это был фраг. Я считаю, что это был фраг. А, он оружие пишет, блядь, а не ник, я понял. Дурак, блядь. А я думаю, кто такой этот Савник или Сванник, как там блин, написано? Савник, чё, блядь? Чего, блядь? Что ты понишь? Сам ты понишь. Да, блядь, убивает меня с пистолета очкастый. Кто? Ну не ты. Да ёпта, бля! Я чё, лидер ещё? Я лидер, отлично. Ты блидируешь? Лидирую потихонечку, а чё, нельзя? Ну, блин, хотел хэт-трик. Хэт-трик? Ты от этого знаешь, ты чё, футбол играешь? Да, конечно. Я первый раз слышу это слово. Я ж не образованный. 20 лет не знаю, что такое хит-трик. Мало ли, ты откуда мог знать это слово? Я ж ни разу с тобой в FIFA не играл на Game Adventures и на свой канал. Вообще, я не знаю, что такое FIFA, вообще скажи. Откуда хит-трик? Что такое мяч? Я тебя грохну. Я тебя грохну. Иди карточку. Блядь, что ты, блядь, как школьник? Сейчас слово. Иди нахуй отсюда, злой школьник. Я шучу, шуткую. Что такое изи катки? Ну, типа, легкая карточка. Все сразу понятно. Карта где? Хардстоун, что ли? Хардстоун, да, это что за игра? Как крафт это придумал? Я с Галилом. Ты Галим. Отличный крупный план сейчас выйдет на своих экранах. Нет, не режь меня, сука! А, это ты был. Спасибо, ты меня спас, кстати, сейчас. Чем? Каким образом? Я убил твоего, который хотел тебя порезать. Булкин убил меня. В бумере с вами сидит постоянно. Что в жизни, что на аватарке. Ничего не меняется. Every day I'm, блядь, sitting in my BMW. Я АК-47, если что, уже. Ты слушаешь это говно? Нет, я... Блядь, зря ты затеял эту игру, дружок. Хуя себе положил вас там всех, блядь, саперы. Весь ник расписал. Щербинин? Ты видел ник Щербинин? Нет. А я видел. Ты меня грохнул. Я видел. Достал. Момент. Прими, гастал. Фоменко ты сейчас сказал? Фоменко, блядь, клёвый мужик, кстати, люблю его. Озвучку помнишь, что это про стрит? Помню. Я его еще раньше до этого помню. Не, ну понятно, что я тоже вот раньше до этого еще помню. Ну, я тебе просто... Помнишь эту передачу «Погони» или как она там называется? Как? Ну, «Погони» или как-то. «Пони»? Ну, «Погоня». Какая «Погоня»? Там, да, надо было за 30 минут машину угнать. Что, серьезно? Я такого не помню. По, блядь, по первому каналу, по-моему, шло. Я же знаю, какую передачу вспомнил почему-то. Чего? Не знаю почему. Вспомнил передачу, которую вел этот Турчинский, как там. Там еще спонсор был Тубор, там желтая заставка была, как она называлась. Сколько сейчас рекламы сказал в одно предложение? Тут Турчинский, тут Туборг, блядь, и название передачи. Просто охуел. Еще они говорят, что мы продались. Ребят, продался только Булкин. Туборга рекламируют, Турчинского царство ему небесное. И же Исина, и не Исина. Я особенно про Турчинского понравилось. Блядь, нет, пошути. Не, на самом деле не смешно, хороший был динамик. На самом деле не смешно, хороший был динамик. Блять, просто вот вы слушайте, вот сейчас давай замолчим и послушайте, как звуковой ряд этой серии. Чувствуешь, да? Это просто взяли все звуки патронов в интернете и включили их одновременно на повторе. Я, кстати, со снайперку уже. Я вижу, меня режет кто-то. Меня порезал, блядь, Гранж Оранж. Гранж Оранж? С Золотухиным, Аватаркиным. Золотухи, ты зачем сюда привязал? Да потому что он на аватарке у него стоит. Ты решил... Не, как называлась эта серия Турчинского? Серия Турчинского? Ну реально, где это? Ну, я помню что? Рекламу Туборг, я помню Турчинского, я не помню передачи, о чем она была. Вот, ну, там, я не знаю, что это. Еще тягачи, там про сильных мужиков. А, во-во-во, да, они тягали там всякие, да, и канат рвали там на целку твою, да. Было такое. Богатыри какие-нибудь русские. Богатыри русские? Я не знаю. Как называлось? Турчинские иконы, наверное. Турчинский ком? И компания. Я тебя сейчас положил классно. Я видел, у тебя АВП там. Изи карточка. Заебался своими карточками. Что за карточки, блядь? Вы в сотки играете, в карты, в дурака, я не знаю. Кто придумал эту фразу, блядь? Я не понимаю этих людей. Что за изи карточка, серьезно?
Я понимаю, там какой-нибудь задрот в Хардстоун сидит такой, карта хорошая выпала, о, изи карточка. Что такое Хардстоун? Можно вопрос? Ты ни разу не играл в Хардстоун, не знаешь, что это такое? Ты в своем уме? Да пизделся, блядь. Я допизделся, говорю. Я вижу. Не, честно говоря, утро это полдня. О, это в честь меня. Я себя убил. Чё? Уровень следующий, 15. Бэтмен, мать его. Вы слышали, блядь, эту фразу нахуй? Фраза серии всей. Я Бэтмен, мать. Он сказал, я Бэтмен, нахуй. Я слышал просто-просто Бэтмен, нахуй. Я Бэтмен, мать его, он сказал. Я слышал Бэтмен. СВП, и мне кажется, я сейчас выиграю эту карту. Изи карточка. Изи карточка. Блять, как можно, блядь, придумать эту хуйню? Ну все равно, что я скажу, блядь, синий семафор. Не, ладно, хорошо, это слишком далеко. Почему у меня нож вываливает? У тебя тоже нож вываливается, когда спавнишься? Нет. Чё? Он сказал, меня зацепило, идите на ножах, братья. Зацепило, пацаны. Вы лидер, нужно 2 очка, чтобы победить. Ну давай, жги, 2 и все. Может, я буду победить? Чего ты откуда выпал? Чемпионом буду, говорю. Мы с тобой 16 минут разговариваем, а серия идет больше. Этот факт, интересные факты о серии. Блин, как меня затрахали эти звуки взрывающихся снарядов. Бомбят. Хватит стрелять. По домам пора. Да ёпта, чё-то зарезали меня после. Так, что у меня там в руках? Еба. Почему нож вываливается вначале? Можно просто вот так, блядь, идти и... То есть, если я сейчас нажму, он не вываливается. Блядь, ёб твою мать, а! Я там минусанул нормально. Так, ну-ка еще, да, еще хуй. Я не слышу тебя, кстати, уже. Подожди, подожди, тихо, у меня тут этот, блядь. Да я-то тихо, но тебя-то не слышу. О, блядь. Ты просто представляешь, тебя устраивает тут. У меня Нагиев, ой, Нагиев. У тебя Нагиев? Ну это... Нагиев играешь? Блин, у него, кстати, класс классный. Блядь, зарезал? Нихуя! Что? Лидер на уровне 20... Ах ты, сука, пиздобол! Ну вы чувствуете, да? Изи карточка. Изи карточка. Сложные картишки, я буду говорить. Что делать-то? Слышь, что? Я буду говорить сложные картишки, это моя фраза. Я получил новое оружие, и меня его отняли. Дали погонять, короче. Изи карточка. О, сложные картишки. Зарезал. Меня. Сложная картишка. Нет, картишки их много. Изи карточка и сложные картишки, ты не понимаешь. Что? Минус 3 гранаты. Минус 3 гранаты? Я чемпион, блядь. Хочу ничего говорить, но я хочу тебя закабанить напоследок, можно? Кажется, я чемпион, блядь. О, сложные картишки, блядь. Вы на одном уровне с лидером? Блядь, надо действовать! Илья, поддайся! Поддаюсь. Найди меня и убей, я тебя даю. Сука! Если я сейчас не выиграю, я просто пизды. Я ничего не вижу, у меня одни карточки. Изи? Ну, блядь, не знаю. Сука! Ножом! Блядь, я проебал! Мне это... кажется, опять зарезали. Нет, меня убили. У меня 17 уровень, короче. Это было сейчас очень обидно. Ой, это было сейчас тихо на одну секунду. Сука, пиздец! Короче, Илья, я лидировал, потом меня зарезали, и этот чувак меня обогнал. 1-2-9-6-4-7-4-1-3, звоните. Стих 17. Спасибо за просмотр, стих 17. Библии перечитал. Всем до свидания, всех любим. Ставьте пальцы вверх за такую вещь. Да, Щербинина нет по уважительной причине, мы вам напоминаем. Всем удачи, всем пока. Изи карточка.